Героиня нашего сюжета всегда мечтала жить независимо и свободно. Ей было важно найти такое дело, которое приносило бы радость и удовольствие и позволяло оставаться мобильной. У нее это получилось. Мой папа тоже творческий человек. Он очень хорошо рисует, и причем это ему дано просто от Бога, от природы. Он может посмотреть на человека вот 5 минут и потом нарисует просто копию идеальную. Также и мой дедушка тоже рисовал, он был художником. Вот. И, видимо, вот эта вот жилка мне передалась от них. В детстве я любила тоже рисовать. Я очень любила работать с одеждой. Я помню, когда мне мама покупала какую-то вещь, я ее обязательно переделывала. Потому что мне хотелось какую-то внести свою лепту, какое-то свое творчество. Ольга Аврах – дизайнер-фрилансер. Она оформляет сайты для разных компаний. Все, что ей нужно для работы – компьютер и интернет. Я стала работать сама на себя, я хозяйка. Я хозяйка, могу распоряжаться своим временем так, как я хочу, так, как мне удобно, так, как мне комфортно. И мне удобно так очень, мне так комфортно жить. И от этого, конечно, я становлюсь счастливой тоже. Потому что мне не говорит кто-то, что я должна что-то сделать. Я сама решаю, я сама себя дисциплинирую, я работаю над собой. Опять же, это тоже работа. Ольга любит путешествовать. Недавно побывала в Таиланде и Германии. Там она познакомилась с удивительными людьми, с которыми продолжает общаться и вернувшись домой. Такое общение взаимообогащает, позволяет открыть новые возможности. Путешествие дает много нового опыта, открывает новые горизонты, помогает познавать этот интересный, безграничный мир. И опять же дает новые интересные знакомства. А совсем недавно наша героиня начала вести блог, в котором рассказывает о странах, их жителях, о путешествиях. Для нее это новый этап. Ольга учится брать интервью у людей, рассказывать о них. Это тоже приносит ей удовольствие. Счастливой меня делает любовь. Без любви никак. Это семья, это любимый человек, это родные люди, друзья. И любовь к самой жизни, любовь жить, жить счастливо, жить красиво. Жить так, как ты хочешь. Я думаю, что счастлив тот, кто живет в гармонии с собой, желаниями и устремлениями. Будьте счастливы!